Вот это бой. Есть у нас мужчина недобросовестный, держит для разведения, чтобы продавать щенков по 500 рублей. Лет 10 ему кормил очистками картофельными, больше ничем. Пойдем заселяться. Новый дом. Да молодец, заяц. На Добрыню, да, похож он. Привет, на манеже все те же. Это канал «Холстатое счастье» и я его ведущий Волков Сергей. Сегодня у нас приехал старичок, старенький парень, дедуля. Галина уже убежала их встречать, а я вот немножко подзадержался, да? Фира, не ругайся, тебя никто не обижает, все тебя любят, вот. Я не знаю, что там за история, опять я все узнаю в последний момент, как обычно, что к нам кого-то везут. Давайте посмотрим, кого нам привезли сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это бой. Добрый бой. Ну что? Чё? Ну так он очистками питался, так конечно, как он тебе в туалет сходит? Рассказывай его, чё там? Ой, есть у нас, в общем, в Щелкуне мужчина недобросовестный. Так. У него оказалось целое семейство собак. Вот этот вот кавказец и мелкошей очень-очень много. Половину мелкошей мы выкупили, забрали. Осталась там еще мамашка этих мелкошей, которых он держит для разведения, чтобы продавать щенков по 500 рублей. Этого кавказца он уже в возрасте лет 10 ему кормил очистками картофельными, картошкой вареной. Щенков около месяца кормил хлебом с молоком, больше ничем. А пес вообще классный. Добрый, да? Он очень добрый, он ласковый, он прям жмется, обнимается. Всю дорогу вон ехал, облизывался. Бой. Бой. Вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Бой. Ну ты какая, лапа-то вообще какая. Сначала думали, что меньше наврал. А это, зубы посмотрели, зубы-то передние совсем сточены. И эти боковые гнилые. Ну-ну-ну. И что с мелкошами? Одну девочку пристроили, сейчас вот увезла на Эльмаш, сразу в квартиру. Да, щенка. Это, мальчик у Насти пока остался. И годовалая девочка с прошлого помета тоже у Насти пока. Ну, то есть всех разобрали, да? Их забрали. Ну, те двое у Насти на передержке пока. Ну, девку-то стерилизовать, парня прививать. Такой смотрит, такой, что там, говорит, меня ждет, интересно знать. Мне интересно посмотреть. И вот еще надо придумать, как мамашку своровать оттуда. Как мамашку своровать? Вообще не отдает. Ни за деньги, ни как. Я, говорит, буду дальше плодить и продавать щенков по 500 рублей. Ну, там дворняжки просто маленькие. Да, они просто вот они, вот такие вот они. Коротюсенькие. Сейчас, Бой, мы тебя зафиксируем. Да ты заяц, вообще худющий. Худющий, да. Одни ребра торчат. Да, заяц, хороший, да. Хороший парень. Он его так отдал, да? За 500 рублей. За 500 рублей. У него один ценник на все 500 рублей, да? Да, да. А те-то малыши вообще там просто как огорожено, деревянная такая, это типа сарайки что-то, шуба брошена, и они вот такие вот эти щеночки там за мамкой бегали, у мамки молока нету, они голоднёхонькие, он их хлеба кинет им, молоком зальет. А есть фотографии, может, их нет? Щенков? Ну, да, есть, я это скину. Скинь. И видео есть. И видео тоже скинь. Да, карапуз. Ну, так вот, чужим людям спокойно, да? Там в деревне-то знают как. Он вообще для чего ему нужен-то был, получается? Если он охранник никакой, если он добрый. Он уже 2 года назад еще хотел его сбагрить кому-нибудь, но его никто не взял. Никому он не нужен. Так вот. Надо заселяться. Маму Галю. Тут не мама Галя, тут видишь. Тут, тут побывало много кошечки, народу. Собачки. Тут много народу побывало. Мама Галя так с цепочкой такой модной, красивой, новой. Пойдем. 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 Пойдем заселяться. Новый дом.
У него этот не фиксируется, он не держится. Он сломанный, но. А-ка ставь это Галине, может пригодится кому-нибудь. С маленькими гулять. Такой заглянул туда. Вот, осваивайся, парень. Не хочет он пить особо-то. Оп, закончилось. Иди давай, обнюхивай домик-то. Что, говорит, можно куда еще сходить? Иди давай, иди. Ты пить хочешь, слюнки бегут, боишься? Ну, он умный. Он в туалет захотел, давай сиденье вот так рыть. Мы остановились, в туалет его сводили. Все, обратно в машину затащили. А она уже погрызанная. Мое сиденье уже изгрызано. Лопата, говорит, моя, если что. Ну, все, иди. Иди, обживайся. Так-то... Ну, я поправлю его. Там это, так-то по здоровью ничего, никаких этих нету? Ничего не знаю. Время покажет, получается, да? Он на цепи сидел? Цепь-то большая была? На метровой. Метровая? Вот. Вот. А, то есть вот на этом ошейнике? Да. И что это самое? А будка-то что, нормальная хоть? Я не знаю. Там... А мы там не видели, там вообще, по-моему, будки не было, но... Понятно. Ну что, красотун? Ты хоть знаешь, что ты бой? А? Ты знаешь, что ты бой? Он сосиску в тесте забодал за 2 секунды. Ну. А покажи фотку. Куда ты полез? Ой, не то нажал. Да молодец, заяц. Мало места-то, ага. Нет, нормально. Ведро мешается. Другой будки у нас, к сожалению, нет. Да ему и это в радость. Вот. Повернулся. Вот же, эту покажи фотку. А, да. Я здесь, смотри. А что у меня яркость? Это, говорит, полная? Не сосиски же. Он не знает, что такое сухой корм, говорит. Он, это да, надо... он, наверное, корм вообще не знает, что такое. Это надо чем-то подмешать таким. Так, конечно, вот ты бы ему ведро сосисок принесла. Он бы... Нет, смотри, он это... Он понял, что это что-то... Заменитель сосисок, короче. Сейчас... У нас недолго будка была свободна. Благодаря Оле. Вы нас выручили, ребята. Да. Прям вот голову сломали, думали, что делать с ней. Вы это обращайтесь. У нас много. Да нет, спасибо. У нас будки закончились. Все. Ну что, бой? Наелся? Ты тут все обследуешь. Ты не слышишь, что ли, да? Ты не слышишь. Ты плохо слышишь у меня. Да? Глухой. Да, глуховатый. Ох, что, тут вон накакахали. Вот такая вот у нас на сегодня история с этим вот товарищем. С хорошеньким, да? Он такой добрый, такой. Такой, ну, старенький. Он старющий, да. То есть мой кулак, да, и его лапа, видно. Что я могу сказать? К сожалению, у нас в России это сплошь и рядом. Вот эти разведенцы, которые занимаются, ну, все делают ради того, чтобы денег заработать. То есть, и неважно, как это, правильно, неправильно, морально, нормально, ненормально. Ладно, ребят, давайте поставьте лайк. Это способствует продвижению нашего канала. Напишите комментарий в пользу поддержки боя.
Поделитесь с друзьями ссылкой в соцсетях. Я надеюсь, что мы его откормим. Вы еще увидите этого красавца в полном расцвете сил. Вот весна придет, он всем покажет. Ну а на сегодня, наверное, все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока-пока.